«Искушение святого Антония», панно Иеронима Босха. Впрочем, в данном случае авторство Босха активно оспаривается. В настоящее время находится в Мадридском музее Прадо. Святой Антоний является постоянной фигурой в работах Босха. На эту тему им написано до 15 картин. Эта картина, первоначально обрамленная полукруглой аркой, была одной из поздних работ Босха и относится к периоду примерно после 1490 года. Дендрохронологический анализ свидетельствует о том, что полотно появилось около 1468 года, задолго до начала карьеры Босха. Анализ, однако, касается не самого рисунка, а доски, на которой он нанесен. Что касается манеры и техники, то они свидетельствуют в пользу Босха, или во всяком случае его последователей. Называются и совершенно иные даты появления работы – 1500-1525 годы. Король Испании Филипп II, получив работу в 1574 году, послал ее в монастырь Эскориал близ Мадрида. Оттуда картина попала в музей Прадо в состав королевской коллекции. Аббат Святой Антоний изображен в раздумьях на фоне солнечного пейзажа. Прислонившись к стволу сухого дерева, Босх показывает священника спокойным и созерцающим. Окрестности рядом с ним умиротворяющие и вызывают чувство спокойствия. На этом полотне представлена обстановка уединения и соблазна, в которой святой находился более 20 лет. Хотя эта картина значительно отличается от других работ Босха о Святом Антонии, например, триптиха с этим же названием, обычные черты священника все же присутствуют, включая его темно-коричневое облачение с греческой буквой «Тау» и свиньей рядом с ним. Лежащая рядом свинья подобна домашнему животному, а демоны, искушающие существа, теперь больше похожи на забавных гоблинов и не пугают, не нарушают чувство мира картины. Углубленное во внутреннее созерцание святой не обращает тут никакого внимания на мелкую нечисть.